если идут часы, а вы вдвоем стоите на креветке, о чем-то разговариваете между собой, улыбаетесь, смеетесь, и ни один, ни два, ни три раза, а постоянно, то я это квалифицирую как бы. Потому что если бы вы играли, вы бы так себе не улыбались. Ну, я уже не буду говорить, какие разговоры слышали. Ну, что не курящий. Ну, вполне, один из них не курящий. Начинаем. В первенстве Петербурга детском лет 10 назад был знаменитый случай, когда в последнем туре два участника на первой доске, братья родные, полностью повторили знаменитую партию Ларсен-Спасский из матча века. Там изначально результат был поставлен, соответственно, 0-1, а позже оба участника были дисквалифицированы. Ну, да, я думаю, что навряд ли ребята бы могли бы сами сыграть, как Борис Васильевич. Ну а теперь, наверное, давайте мы с вами...